Карась рода рыб, семейство карповых, спинной плавник длинный, глоточные зубы однорядные, тело высокое с толстой спиной, умеренно сжатое с боков, чешуя крупная и гладкая на ощупь, окрас варьирует в зависимости от места обитания. Нерест весной и в начале лета, икра до 300 тысяч икринок, откладывается на растительность, в местах с суровым климатом караси впадают в зимнюю спячку, при этом выдерживают полное промерзание водоема до дна. Отлично ловятся на червяков, тесто, хлеб и горох. Питаются караси растительностью, мелкими беспозвоночными, зоопланктоном, зообентосом и детритом, обитают исключительно в болотистых и низменных озерах и реках, в горных озерах и вообще в горных местностях. Карась является довольно редким явлением, карась очень живучая рыба, поэтому мелкого карасика часто используют при ловле щуки в качестве живца, караси – промысловая рыба и объект прудового хозяйства. Карась довольно костлявая рыба и ее следует употреблять с осторожностью.